Баталии развернулись еще в конце января, и в командных соревнованиях ребятам из ЮЗГУ не было равных. Они набрали максимальный балл. На заключительные выходные оставили индивидуальные этапы игры «Артефакты» и «Хардстоун». Обойти лидеров соперникам не удалось. Кстати, в прошлом году курская команда успешно прошла зональный этап, а в гранд-финалах ребята заняли 4-е место из 170 вузов страны. Компьютерный спорт в Курской области очень сильно развивается семимильными шагами. Мы завоевываем высокие места и присуждаем разряды. Ребята стремятся выступать, у них есть стимул, есть огонь в глазах.